22 октября в Назарбаев интеллектуальной школе физико-математического направления завершился второй чемпионат по робототехнике среди школьников IITU Robocon Games 2016. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие школьники, участники этого соревнования, я вас всех сильно уважаю, потому что робототехника – это высший пилотаж в области информационной технологии. Это не только софт, это не только алгоритмы, но это еще и аппаратная часть. 15 лучших команд из школ Алматы встретились на игровом поле, чтобы побороться за звание чемпиона и поделиться навыками друг с другом. Организаторами мероприятия при поддержке Министерства науки и образования Республики Казахстан выступили Международный университет информационных технологий и компания «Шеврон». Рада присутствовать сегодня здесь на Robocon Games. Это второй чемпионат. И надо сказать, что уровень в этом году очень хороший. Я отметила, что очень хорошо в этом году вовлечены преподаватели. Высокое инженеры, высокое программирование. Для школьников это большое-большое испытание. Поэтому я вот рада, только рада и счастлива. В течение 5 месяцев участники занимались разработкой 2 роботов на базе микроконтроллеров Arduino, основной целью которых было заполнить трубы шариками быстрее соперников. Школа Мирас впервые принимала участие в такого рода соревнованиях, но тем не менее показала отличный результат. Команда, состоящая исключительно из девочек, еще проявит свои способности в следующем году на 3-м Робоконе, приуроченному к Экспо-2017, который планируется провести в Астане. Наша школа в этом году первый раз участвует в подобном соревновании, поэтому нам было немного сложно. И также при создании робота ушло очень много сил, учителя нам активно помогали, потому что сами мы физики не так сильны. Выступать было довольно страшно, потому что когда вы один на один с соперником и вы на перегонке заполняете эти лунки, это очень страшно. На подготовку ушло много времени, наверное, все лето мы создавали этих роботов. Наши шансы на победу, они довольно велики. Произошли некоторые казусы, поэтому мы набрали немного меньше очков, чем мы хотели бы, но я думаю, что мы все равно пройдем. Первое место заняла команда НИШ химио-биологического направления, второе место НИШ физико-математического направления, третье место лицей номер 28 имени Маншукмаметовой. Призеры чемпионата получили в подарок ноутбуки, планшеты, квадрокоптеры, а также скидки и гранты на обучение в Международном университете информационных технологий.